Дагестан получил признание на федеральном уровне. На площадке выставки форума «Россия» вице-премьер страны Татьяна Голикова вручила главе региона Сергею Меликову награды за особо значимые достижения в области строительства и модернизации образовательных объектов. Дагестан отмечен сразу в двух номинациях. Мы среди регионов-лидеров по количеству построенных и капитально отремонтированных школ и детских садов в период с 2019 по 2023 годы. Республику выделили и в номинации «Прорыв 2023 года» за строительство и ввод школ в прошлом году. В этот же день глава Дагестана посетил экспозицию ко Дню образования на международной выставке форума «Россия». Сергей Меликов особенно заинтересовался азбукой символов, представленной на одной из выставочных панелей. Поблагодарим и поздравим наших учителей, педагогов, наставников с теми успехами, которые были достигнуты в прошлом году. Скажем огромное спасибо всем, начиная от наших первых учителей, тех, кто нас учит и продолжает вести во взрослую жизнь наших детей, за то, что вы делаете для нас, за то, что вы делаете для детей, и в конечном счете за то, что вы делаете для нашей великой, огромной, могучей страны. Спасибо вам.